Вообще красота – это страшная сила. Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал «О красоте уходит за собой». И еще немножечко больше, добро пожаловать на канал Иринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина, и я очень рада вас видеть у себя на канале. Сегодня, как вы видите, у меня опять привет из ванной, и я сегодня вам буду показывать, как я использую натуральный фитопилинг для кожи. Собственно говоря, вот так он выглядит. А если вы хотите узнать, как его наносить, как его делать, тогда продолжайте смотреть это видео. И это видео будет полезно для девчонок с жирной кожей, с высыпаниями, с черными точками, расширенными порами. И также для тех девочек, кто страдает остатками от воспаления, это постакнешками. Я желаю вам приятного просмотра и продолжайте смотреть это видео дальше. Не забывайте, конечно, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики полезные. Не забывайте поддержать меня пальчиком вверх и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Ну что, хватит болтать, давайте дальше смотреть. Итак, ну что, что нам нужно сделать для того, чтобы сделать масочку? Нам нужно, конечно же, очистить кожу от макияжа. У меня сегодня был день съемки, и я при полном параде. Ну, для кого-то это ежедневный макияж, для меня это макияж для видео. У меня здесь оформлены бровки, накрашены глазки, на лице у меня тон и, конечно же, сделана коррекция. Так, демакияж я буду делать своим любимым маслом. Я не буду сейчас рассказывать о этапах демакияжа. Я просто скажу, что сейчас буду смывать макияж своим любимым маслом, чтобы не затягивать данное видео. И как я смою макияж, я к вам начну сразу же. Ой, какой же это кайф, ребят. Как же я обожаю этот процесс очищения кожи, это демакияж. О, боги. Ой, это самый кайфовый момент, когда вечером ты просто готовишься ко сну и смываешь с себя все. Можешь сделать маски. Но я реально обожаю маски, поэтому я всегда в приоритете использую их. Это у меня тут кот пришел, так что сейчас смою макияж и к вам вернусь. А, все, собственно говоря, макияж смыла. И сейчас буду разводить маску, и сразу же ее нужно наносить на лицо. Итак, что же нам нужно для маски? Собственно говоря, нам нужна сама маска. У нас сегодня будет маска-скраб для жирной проблемной кожи от бренда Шоконат. Называется она фитопилинг. На самом деле очень необычный продукт. Выглядит вот таким образом. Это просто порошок перетертой травки. Здесь также присутствует глина. Ну, в общем, все как я люблю. Как вы видите, я ей активно пользуюсь. Прям очень-очень мне нравится. Дальше, ой, дальше стеклянная мисочка, либо любая мисочка, и теплая вода. Сколько я беру? Мне хватает, собственно говоря, просто взять вот такого количества маски, высыпаем, и так, мне надо вот это вот закрыть, чтобы не насыпать сюда ненароком, и делаем все технично, все очень просто, как разводим обычную глиняную маску. И я думаю, что вот так вот. И начинаем это все перемешивать до однородной массы. Так, вот что у нас получилось. Вот такая вот жижка. И видите, тут определенные вкрапления. Это, собственно говоря, кедровые косточки перетертые. Вот. И вот это сейчас мы будем наносить на лицо. Имеет она травянистый аромат, данная масочка, она не отталкивает, никаких позывов не вызывает, ну такая вот травянистая, собственно говоря, получилась масочка. Все очень просто, мне нравится, когда она вот такая вот жидкая, если я ее делаю густой, она очень быстро застывает, так что я люблю, когда масочка вот такая. Ну что, давайте ее наносить. Итак,
Все, давайте уже наносить маску. Маску я можно наносить кистью, можно наносить руками. Я ее наношу руками на влажное лицо, потому что мне так намного больше нравится. И опять с повязочкой, вот у нас наша масочка. А так как это маска фитопилинг, ее не просто мы наносим, ее нужно аккуратненько массировать, наносить и массировать проблемные зоны. Как вы видите, у меня проблемная зона. Это вот здесь, ну, что такое? Заходи. Заходи, куда я без своего любимого кота? Так, ну что, поехали, давайте наносить. Она у меня жиденькая, и она может течь. Но мне вот это как раз мне и нравится, что она жиденькая. И вот так вот аккуратненько это все массируем. Так как здесь присутствует соли, все-таки мне кажется, то, что здесь есть соли, маска начинает щипать, но, ребят, этого бояться не стоит, это просто активные компоненты начинают действовать. Зону под глазами аккуратно и зону вокруг губ, если она у вас очень чувствительная. И вот так вот аккуратненько наносим маску круговыми движениями на лицо. Пазухи носа и все аккуратненько пилингуем. Я сейчас вот так вот подставлю тарелочку, чтобы нигде ничего не заляпать. Потому что это ж я могу все заляпать. Так вот. Зону льба. Ай, все так щиплет, но это нужно. Могу сказать, вот эти вот частицы, они хотя и крупные, я не очень люблю крупные частички. В скрабах, пилингах я люблю мелкое. Мне очень нравится, когда мелкое, мне нравится вот это ощущение, когда шлифуется. Но здесь, собственно говоря, мне нравится этот пилинг. Мне очень нравится его результат после использования. Буквально 2-3 применения уже видны результаты. На этом у меня свежие постакнешки, так что свежие лавочки. Мы сейчас будем их убирать. И вот так вот, собственно говоря, промассировав все наши части, мы... забыла под губой. Над губой. Сопотуху забыла проработать. Опа! Я смотрю в зеркало, у меня как раз передо мной зеркало. Кстати, самое интересное, что там, где бабочки, там, где постакнешки, оно все щиплет. Так что вот так вот все. Масочку полностью нанесла. Сейчас нужно подождать 15-20 минут. И потом будем ее смывать. Можете еще немножечко помассировать, если у вас жирная кожа, если у вас, как у меня, нормальная, чувствительная, такая, знаете, находится на перевале жирная, сухая, то есть как бы чуть-чуть помассировали, и этого ей будет достаточно. После того, когда вы ее будете смывать, вы почувствуете уже результат, потому что это невероятно крутая маска, вот именно в плане 2 в 1. Она и хорошо очищает, она еще и хорошо освежает, выравнивает тон лица. Ну, не знаю, мне очень нравится, но первое время, как вы только ее смываете, естественно, краснота. У меня сейчас по всему лицу, как будто такие, знаете, прям иголочки, тук-тук-тук-тук-тук-тук, прям все щиплет, но ничего страшного, так что через 15 минут мы с вами встретимся и посмотрим, что у нас получилось, как она подсохла, вы все увидите уже наглядно. Ну что, вот, собственно, я могу сказать так, ребят, то, что все время, когда у вас находится эта маска на лице, у вас будет ощущение такое, как будто бы вы солью намазались, и у вас прям все щиплет. Но это нормально, не переживайте. Собственно говоря, там, где было мало тоненький слой, оно все выглядит вот так вот. Уже подсохло, но мы сейчас это все равно будем уже только аккуратно, прям очень аккуратно смывать. И даже сам производитель говорит о том, что когда вы смываете эту маску, ее нужно смывать максимально аккуратно, деликатно, не травмируя кожу. Потому что в начале того, когда мы наносили данную маску, мы, собственно говоря, уже поскрабировали. И поэтому все активные компоненты за 15-20 минут, они уже впитались и проникли в те слои, куда нам нужно.
Так что сейчас давайте с вами аккуратненько это все смоем и посмотрим, что у нас с вами получилось. Так, ну все, масочку мы смыли. И что могу вам сказать? Вы видите, вот эта вся краснота, которая идет там, где мы наносили маску. И, ребят, не пугаемся, это нормально. Реально это нормально, потому что маска достаточно, она очень активная. И она активно действует, так скажем, и вызывает прилив крови, тем самым позволяет коже регенерироваться, чтобы вот эти все постакнешки рассасывались. Эта маска так и заявлена, как маска, которая отшелушивает роговевшие клетки эпидермиса, оказывает рассасывающие и противовоспалительный эффект, обладает пролонгированным действием, что позволяет достигнуть заметного улучшения состояния кожи уже после второй-третьей процедуры. Я вот полностью подтверждаю все слова производителя, потому что буквально за несколько применений, и буквально вот если делать ее на третье применение, точнее уже виден результат, я могу сказать, вот это вот покраснение, оно сейчас начнет все сходить. После этой маски обязательно нужно хорошенько увлажнить кожу. Я сейчас буду использовать гидролат. У меня есть гидролат алоэ, он очень хорошо, собственно говоря, увлажняет. И так как я делала сейчас маску, которая направлена противовоспалительно, я хочу еще это все хорошенечко припечатать именно натуральным тоником. Хотя, наверное, нет, я сейчас буду именно гидролатом алоэ все это делать, увлажнять, потому что кожа, чтобы не пересыхала. И, девочки, если у вас взрослая кожа, вам уже больше 30 лет, и у вас есть постакнешки, и вы боитесь чего-то такого противовоспалительного, жесткого, я могу вам сказать, ничего не бойтесь, после этой маски просто хорошо увлажняйте кожу, и все будет отлично. Видите, уже губа немножечко побелела, отошел эффект, и сейчас потихонечку все будет возвращаться на круги своя. Так что вот так вот. По ощущениям, кожа нереально гладкая, к ней приятно прикасаться, и, знаете, она даже, мне кажется, ну, вот по носу видно то, что он у меня аж блестит, лоб весь блестит, он у меня как отполированный, и реальное ощущение того, что ваша кожа отполированная, вся гладенькая, она просто горит, как будто бы вы только что пришли из бани, потому что все поры раскрылись, вся кака вышла, и сейчас очень здорово дальше наносить на кожу дальнейший свой, свой дальнейший уход. Так что вот так вот, ребят, пошла я дальше продолжать процедуру ухода за лицом. Надеюсь, данное видео для вас было интересным, главное, полезным. Все ссылочки, конечно же, на продукцию и промокод, который действует на сегодняшний день, которые еще действуют, я оставлю, конечно, в инфобоксе. Проходите, смотрите. Я могу сказать то, что маска — это просто моя находка, моя любовь, и я от всей души вам ее рекомендую попробовать. Большое спасибо, что вы досмотрели данное видео до конца. Большое спасибо за то, что подписываетесь. Не забывайте, конечно, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие, новые, полезные ролики. Не забывайте подписаться на мой инстаграм miskik9970. Там я тоже всегда рада вас видеть. И первые отзывы о продукции, конечно же, вы встречаете в моем инстаграм. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Я пошла увлажнять кожу и ложиться спать. Всех люблю, целую. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.